слышишь 7,5 в твоем доме. 7,5, эй, вся моя семья на подъеме, понял? Ты думаешь, в эту фигню кто-то поверит? Чем больше хуйню ты несешь, когда ты врешь, тем проще в нее поверить людям. 28 миллионов. Чистая математика. Нашел я тебе ребят, которые готовы делать любую работу. Им нужно очень много денег. Смотри, как она выглядит, она во всем черном. А почему во всем черном? Это траур по моей жизни. У нас есть клиент. Так. Ты знаешь, кто он? Инкассатор. Да это бензин! Открывай! Вы же бабки привезли? Блин! На нас налетели, ты не видишь, что ли? Ай! Ты должен мне бабло, вместо этого привел вот этих вот ребят. Серж, как дела? Все отлично. Идут переговоры. Максим, вокруг тебя постоянно вращается сумма в 10 миллионов. Ты не на улице, ты здесь спортсмен. Вернешь 10 лямов. 10 лямов. Настя, ты очень мне нужна. Чё ты дурак такой, мамила. Трахнули. Ну вот, Бась, бандитский товарищ твоей молодости. Я уже не молодой человек. И действительно верю в силу слова. Примеряющего. Он наркоман, да? Он манифестор. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Лучше молчи. Ты слышишь 7,5 в твоем доме. 7,5 в твоем доме. Дикий звук в твоем доме. Дикий звук в твоем доме. 9,9,6 в твой номер. 7,5, эй. Вся моя семья на подъеме. Понял? Я сейчас тебе паяльник в жопу засуну, ты у меня запоешь. Паяльника у меня нет. А у меня есть. Пиздец, ему ничего. Блядь, Гусь! Куда ты смотришь? Иди за ним! Ёбаный в рот! Стой, сука!